Между тем, Карина Чикитова стала ученицей хореографического училища. Храбрая девочка, блуждавшая в тайге 12 суток, в этом году пошла во второй класс. Карина вместе с ее попечителем Альбиной Черепановой буквально вчера приехали из Алекминска. И сегодня сбылась мечта девочки. Она окунулась в волшебный мир балета. Вместе с Кариной порог хореографического училища переступили 20 юных дарований из разных уголков республики. У Карины есть все данные для занятия балетом, и педагоги, и попечитель девочки уверены, что ни строжайшая диета, ни колоссальный расход энергии и времени на тренировки не помешает Карине стать настоящей балериной. Сегодня был первый день, первый класс. Конечно, волнений очень много. Когда мы пришли впервые, она очень много успела показать. У нее красиво получается все и шпагаты, и все необходимые движения. Мы будем здесь, в Якутске, и в театр ходить, будем ходить в кино, в зоопарки. Мы узнаем, что такое столица Якутии, и будем соответствовать ее образу жизни. Правда? Да.